Новая форма сборной Украины по футболу является политической провокацией. Об этом заявил почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. На форму, в которой украинские спортсмены выступят на предстоящем чемпионате Европы по футболу, нанесены контуры страны, включающие полуостров Крым. Также на форме вышит лозунг, цитата, «Слава Украине, героям слава», который использовали коллаборационисты во время Великой Отечественной войны, включая запрещенную в России организацию «Украинская повстанческая армия», а ныне украинские националисты. Десятилетиями международные спортивные федерации декларируют свое неучастие в политике. Размещение политических лозунгов во время спортивных соревнований запрещено регламентами. Так, в 2008 году сербский пловец Милорад Чавич, победивший на соревнованиях в Эйндховене, поднялся на подиум для награждения в футболке с надписью «Косово – это Сербия», после чего он был отстранен от соревнований. Нынешняя же форма украинских футболистов никаких нареканий у европейских футбольных чиновников не вызвала.